Привет всем! Это гачапон или гачапон. Игрушки-капсулы. Очень популярные у младшеклассников, но не только у них. Взрослые тоже ими вполне себе интересуются. Это капсулки, внутри которых находятся пластмассовые фигурки или что-нибудь другое. Какая игрушка тебе попадется, никто не знает. И здесь тоже есть игрушки, связанные с религией. Вот, посмотрите на первый. Это Ojizo-san. Ojizo-san – это один из самых популярных бодхисаттв в Японии. И здесь вы можете получить игрушку, какую-нибудь зверушку, которая выглядит совсем как Ojizo-san. То есть она стоит, сложив руки в молитвенном жесте гащо, и на ней надет плащик или шапочка. Это отличительный признак Ojizo-sana. Еще одна игрушка, вот они, это просто гащо. Животные, сложившие ручки в молитвенном жесте, гащо. Тоже явная связь, в первую очередь, с буддизмом, потому что именно гащо ассоциируется именно с буддизмом. Просто такая интересная, забавная фигурка. Итак, мы решили купить вот такую фигурку, потому что Ojizo-san у нас уже есть. Закидываем монетки. 1, 2. Проворачиваем. Что у нас попалось? А, нет, проворачиваем еще раз. Что у нас попалось? Я их уже 100 лет не покупала. Подзабыла, как они открываются. Опа. О, у нас горилка. Вот. Вот такая замечательная горилла. Кстати, из этой же серии есть не только гащо, но и вот Ojigi-san. Животные, которые кланяются.